Всем привет, это Гром. Приветствую всех подписчиков и зрителей канала. Как ваши там дела? Все ли у вас в порядке? Ну, думаю, все замечательно. Как бы осень наступила сегодня. Третье сентября, день прощания, день, когда горят костры рябин. Да, точно. Чуть не забыл. Как бы сегодня будет интересно такое довольно-таки видео. Будет один из способов добывания жемчуга. Как бы черного. Он на первых этапах нужен. И как бы мало кто знает об этом способе, блин. И сегодня я про него расскажу. Кстати говоря, подписчики уже прибавляются понемножку. Все путем. Все хорошо у нас, замечательно. Идем до 1500. Уже скоро, 440 почти. И как бы, ну, все у нас, все в порядке, все путем. Так, ну что еще хотел сказать? Ну и все, наверное, все, поперли понемножку. И, короче, сегодня я приручаю выдру, как бы она нужна. Потом расскажу, для чего она нужна. Как бы она на волка не кидается. Все нормально, не агрессирует на него. Все путем. Паразавр. О, здрасте, бибизянку. Тупое бибизянку. Так, что он там по кустам бегает. Сейчас я пошурику и приручу ее. Ну, что-то где тут есть. Блин, ну иногда бывает тут в лесу структуры такие дебильные, структуры застрянет и все, там и остается. Ну, знаете, еще рыбки. Как бы она, вот эта выдра прям весьма полезная. Прям нормальная. И всех вот, да, вот этих маленьких приручаемых, которые, короче, животных, она такая самая. Да, самая, наверное, нормальная. На нее можно броню поставить, как бы. И все такое прочее. Диморфодон тоже такой более-менее. Ну, как бы. А, еще компик еще более-менее. Кстати говоря. Если прокачать, ну, он будет так атаковать прикольно. Так, что ты, где-то там есть? Ты далеко? Недалеко? Не бежишь сюда? Ну, что там? Главное, чтобы зараза никакая не, на него не напала. У меня волк большого уровня, как бы. Я на жужжу опять катаюсь. Как бы она самая нормальная у меня волчица. Блин, мяса у тебя куча, да? Да, мяса куча, а веса мало у тебя. Так, чуть, ты куда побежал? Ты туда не ходи. Давай, на тебе еще рыбки. Чтобы потихонечку приручиться. Блин, в лесу тут постоянно какой-то трудом происходит, конечно, с этим. Структурами с этими. Народ тоже жалуется, что типа структуры не загружаются, убивает, блин. Ну такая вот, да, оптимизация прошла у нас по игре, по этой, блин. Разрабы что-то какую-то гадость добавили. И кстати, очень-очень много появляется живки сразу, блин. Из-за этого бывает выкидывать прям из игры. Бывает то мух куча, то рапторов куча прям. Штук по 10 сразу спаумится. Прям такие. Не кисло. Так, на тебе еще рыбы. Кстати, да, ее только рыбой приручать. Еще можно жареным мясом, типа того. Да, я не пробовал. Я обычно рыбой приручаю здесь. Вот эту выдру. Прикольная такая штучка. Крыска. А где там есть? На, где еще рыбки? Рыбу как бы раздобыть на первых этапах можно, блин. И как бы ничего такого сложного нету. Пойти там какой-нибудь салаканта замочить. Или еще что-нибудь. Конечно, на пиранью не лезть, блин. Пиранья жопа грызет. Ну, так, в принципе, все путем. О, что-то он где-то застрял туда, да? Где она есть? А, глимин лазит. Что-то там кормлю, непонятно что. Куст какой-то, походу.
Где она есть? А, вон она. И чё? Ну, что-то там идет приручение, все нормально. Конечно, дурдом ромаш какой-то происходит, но тем не менее. Ну, быстро голодает, что-то как-то странно. Непонятно. Блин, опять этот камень загрузился, не поймешь. Гремим, ну деться нахрен. Бегаешь тут, блин. И, кстати, эту выдру можно, вот она стопудово в этом месте. Тут ручеек в лесу. Вот в этом ручейке она, короче, бывает очень часто. Ну, птица сражается там, махач идет. Ну, бибизян пошел в атаку. Так, что там еще не проголодалось? Ну и что? И что это? Ну, давай гуляй, ну. Нет? Дай. О, все нормально. Главное опять саму не нажраться, не отрубиться. О, там прям махач идет. Жесткий. Так, факел я сделать не могу, да? У меня камня не хватает. Ну ладно, как-нибудь без него. Как бы сейчас светло пока, все путем. Блин, я даже не вижу, сколько там приручается, она не приручается, поскольку, блин. Ну, гремим сумасшедший. Где-то есть? Ну, давай, выбегай. Ну, давай. Настрел лбом. Не хочешь? Нет? Все, передумал? Блин, туда не достаю я. Ладно, пей. Пофиг. Ну, фиги. Не хочет, как хочет. О, проголодался. Проголодался мой выдра. Блин, одна морда торчит. О, там битва, баталия. Сейчас кого-нибудь стрельнем. О, большой прям диплодок такой. Все, он уже убегает. Жизни мало у него. Лапу тебе. Да, там ужасная птица, что ли, не? Да, ужасная птица. Птичка невеличка. Не знаю, кого-то там попал, не попал. Что там? Ну давай, что там? Кто там? Нет? О, видел. До свидания. Ты прям такая мощная, да? О, тут прогадался. На тебе. Блин, сколько там еще надо загружать, я не помню. Одна моська торчит из камня. Дебильная структура, блин, загрузилась, блин, и все. И теперь не поймешь ничего, блин. Дурдом. Прогружается камень, блин. Что за бред? Да уж, непонятно. Так, а что же, блин, мясо, блин, куча, да? Труба, сейчас посмотрим, хоть немножко. Так, тебя видно так вот? Где ты есть? Где твоя моська? Обалдеть, одна моська из камня торчит, у тебя больше ничего нету. О, голод. О, все, приручилось. Молодец. И что, она будет выходить оттуда или нет? Что-то походу нет, да? Блин, там камень этот грёбаный. Загружается, все, она выйти не может. Блин, вон она, блин, а толку? Ой, блин, дурдом. Арк, блин. Капец какой-то. Ну что ты, ну давай, выходи, ну. Блин, он не горит нифига. Придется вызывать его. Жужа, давай здесь вас. Сейчас буду выдру. Вызволять. Ну, что тут, ты идешь? Нет? Где ты? Где твой нос? Даже носа не видно. Так, ладно, что сейчас буду вызывать ее. Где она? Бля, так видно ее. На камне застряла и все, капец. Что хочешь, что и делай. Так, ну варианта тут, короче, нету нафиг. Сейчас факел сделать сраный. И, наверное, вызывать ее. Кто лазит? Кто? Эй, гусь, иди отсюда. Конечно, ничего не попутал. Оп, все, придашь, отдохни. Блин, быстро ты его захавала. Ну ты молодец. О, поел, посрал, прям как утка. Так, что же делать, что же делать?
Ладно, сейчас буду вызывать. Где тут Видра? Видра, 93 уровень. Бум. Все нормально. И сейчас будем ждать. Потому что оттуда никак ее не достать, короче говоря. Блин, место сожрал. Тупорылая. Надо нормальное место поставить, походу, да? Блин, место куча тоже. Так, а что у меня есть? Что похавать? Есть. О, нормально. Ну. Что? Ты когда там прилетишь? Давай, прилети уже. Хорош, камни там все есть. Так, что ты будешь делать? Ты смотри. Давай быстрее. Ну, о, хорошо. Хорошо. Ну, все как бы прошено. Теперь попрем домой. Садимся на велосипед и поперли до дому. Ну, все, погнали. Ну, вот я уже сгонял домой. Как бы надел шлем на свою выдру. И мотаю на рыбалку, как бы. И, кстати, да, с помощью нее можно ловить рыбу. Вот там что-то заруба какая-то крутая. Что там, нету больше никого? Вроде нету. Там что-то крокодявра лупят. Нахуй, зараза, еще бьете меня, да? И в гонадон еще его, походу, шатают. Что-то все, подох. Ну, торчок. Дурачок, дурачок. Так, что-то, блин. Обезьяна, зараза. Вот их не люблю, этих гадов. И как приручить это, я не знаю, это сколько надо за ними бегать. У них приручение постоянно сбивается. Блин. Так, рыбка, рыбка, рыбка. Где тут рыбка? Ну, вот, к примеру, рыбка, да? Так, где тут? Рыбка, рыбка. Вот рыбка есть. А ну, давай куси ее. Сейчас посмотрим, что с нее выпадет. Да, грызи, грызи ее. Ну, вот еще рыбка. Где тут? Куси ее. Все, давай загрызай его. Что-то там долбишь его? О, молодец. Так, ты, давай иди сюда. Прикольно, ты как в шлеме. Ну, что-то есть, жемчуг. Жемчуг обычный получили. Так, вот еще рыбка, по-моему, да? Ну, что такая большая? Так, что ты, блин, ну давай загорайся, куси ее. Не знаю, кого, ну, что-то. А, он на большую еще нападет. Да, нет, на маленькую вообще. Все, загрызла. Вот эту тоже взять. Все, давай загрызай. Молодец, вот эту тоже. Сейчас пускай нарубает себе, заодно и рыбки себе нарубит. Все, загрызла. Молодец, эту тоже туда же на колбасу. Ну, все. Так, ну что, вот эту. Давай еще эту, наверное, рубани. Все, молодец. Так, давай иди сюда. Так, да, ты что? Что-то тут есть. Жемчуг. Мясо рыбы и обычное мясо, блин. Круто. Так, ну нам надо, короче, искать хищную рыбу. Что-то типа пираньи. Или саблезубый лосось, что-нибудь такое надо. Потому что целокант это хорошо, но с него только обычный жемчуг выпадает. А нужен именно черный, блин. Как бы надо добыть его. Так, нет ничего? Вроде нет ничего. Где-то они вот здесь они водятся, блин. Здесь бобровые плотины, всякая такая ерунда, блин. Или на речке. Кстати, да, таким способом можно добывать не за этим, за аммонитом не гоняясь. Так, я не понял, это что, моя топижара, которая бежала? Так ты, зараза, вот ты где заспавнила, да? Угу. Ладно. Самец у меня свалил, блин, а самка вот она. Сейчас я, может, вырублю ее. Бежала, зараза. Ладно. Сейчас я тебя догоню все равно. Здрасте. Как ваши дела? Блин, тоже тут пираньи нету, ничего нету такого.
вспомнил, да, у меня акваланга нету, как бы, и нырять мне еще пока рано, я пещеру не ходил, а акваланг открывать как-то неохота. Да слышишь, ты охренел совсем. Ляш, отдохни, дружок. Че, нормально тебе отдыхает, все, пойдем. Сейчас на тебя сейчас выдру, на траву она тебя сожрет. Так, не хочешь ты ее жрать, да? Да ты ж не нападаешь на него, да? Блин, ну ладно. Тогда мы просто его застрелим. Блин, не хочет. Не хочет его жрать, да? Ладно, пикнем, зарубим его, да и все. Давай, доешься. О, молодец. Так, у тебя повышение, да? Ну, тебе сейчас жизнь еще повысить. Ну, хоть немножко. Правда, даже зимних маловато. Но тем не менее, выдры ты прикольненькие, блин. Ты что, можешь шлем, хорошую броню одеть? А где эта зараза, я не помню. А, вон она летает, да? Сейчас еще раз ее рубану. А то убежал какая-то пижара. Вроде нормально, я гонял ее туда. И что-то, пока гонял, что-то куда-то она пропала у меня. Так, что-то у вас тут есть, да? Да, вон лазит. Так, а ну. Куси его. Ты же лосось? Да, вроде лосось, все нормально. Тогда загрызай его. Так, что там еще что-то светится, да? Или нет? Что ты мне пузо показываешь? Так, тут целокан. Да слышь, ты охренел, надкусаешься. Вот еще один мелкий. Давай, кусай его. Ну что ты нанесешь? Все, съела. Молодец. Че? Чик-чик-чик-чик-чик. Вроде все, да? Блин, как тебе открыть? Ну вот, черный жемчуг. С обычного лосося. Побежать дальше. О, топижарка села. Сейчас я врубану ее. Топижарка. Давай сейчас тебе наляпаю. О, два раза попал. Хорошо. Зараза, еще, наверное, пару раз ее рубану. А я что такое? Не понял. О, хорошо, вы тут балдеете, да. Тут хорошо. Вот бобер ушатал, да. Нарвались на бобра. Конечно, я же мощный. 90-й. У него урон хороший. Так, где она тут? Вот она. Ну, давай. Ляп. Стой. О, все отрубилось, наконец-то. Тут зараза, блин, долго за ней гонял. Так, что тут, не нырнул? Так, раптора надо укокошить. То что прибежит, сожжет на эту пижару. Это гад. О, еще один. И еще один. Все? Вроде все. Все, все нормально. Вроде никого не видать. Целоканты, да? Больше ничего нету. Ох, сколько вас тут, да. Надо вас укокошить сразу всех. А то на что же сейчас придут, начнут стрелять. Дилка гадов. Так, что, все? Вроде все. Хорошо. Блин, ночь наступает, надо будет сейчас пакелов наделать. Так, ты кто? Ты целокан? Ты мне не нужен. Вот она. Пакел. Хватил. Кидануть. Пакел можно? Нет, нифига. На камушек. Сейчас ко мне на рублу. О, нормально. Еще на один кидану. Так, еще надо еще, наверное, спальное место себе сделать, да? Спальник надо сделать. И, наверное, лечь поспать. Потому что сейчас ночь. И как бы что, пускай она валяется. Сейчас я, наверное, потравлю и шушуть. И бьем. Да, ну все, пора спать. Тай-дай. Так, ну что еще? Еще ночь. Пожрать, попить. Сейчас мы тебя траванем.
Где тут? Нуркута. Конечно, есть биотоксин, как бы, ну, этим тоже можно. Так, еще разок, наверное, рубануться. Быстрее приручиться, блин. Ну, типа, как бы уже утро. Так, что вот это тут? Еды у тебя еще куча, да? Теперь надо искать первосортную масло. Так, насколько же нагорел, у нее уже я мясо нашел. Оно уже у меня понемножку приручается. А пока мясо приручается, я еще бегаю. Тут как бы еще лососей. Куча на вот этом ручейке. Это недалеко от леса. Это, короче, дорожка, которая вот это идет. Вот эта речка, которая от обсидианки идет до леса. Вот это она и есть. Сейчас по ней еще побегаем, может, и еще что-то наковыряем. Черный жемчуг или что-то там. Топжара. Топжара там ерундовая, по-моему, я уже смотрел ее. 20-я, по-моему. И чего? Тут есть что-нибудь кто-нибудь? Муха. Чем мне муха? Мне муха не нужна. Мне нужен лосось или что-нибудь пиранья. И что тут? Что есть тут? Ого, как здоровый. Обалдеть, он размером с акулу, блин. Обалдеть, 600, блин. Так, ну тебе, наверное, под... Немножко тебя ранить, наверное, да? А тут еще мою выдру загрызешь, гад. Мне такое не надо. Так, все, давай, доедай его. Да, жри его, жри его. Что там грызешь? Давай. Вот эту тоже сгрызи. О, на меня пошли в атаку все. Блин, они кости ломали, гады. Давай куси его вот этого. Давай. Давай грызи. Вот эту тоже грызь. Значит, что, может, нагрызет, блин? Черный жемчуг нагрызет, будет нормально. Ты его поплывай, не понял. Рыбу застрелить нафиг. Это уже сдох. А что ты его не добила? Ты его побила и все, и хватит. Да, загрызай его нафиг. Ну. Все, давай, мутусь его. Все. Ага, молодец. Ты. Что это такое? Лосось сдох. Бедняжка. Что ты кайфу пузом тут плаваешь? Так, пиджанка летает. Так, видно, ко мне? Блин, где ты есть? Иди сюда. А что ты будешь делать? Иди давай. Блин, один черный жемчуг, что-то как-то... Не густо. Ну ладно. Так, там, блин, та пиджарка приручается, надо еще мясо, наверное, рубить. Вон, диплодок лазит. Блин, здорово, зараза. Сейчас вот пойдет вот так вот, походу. О, дилка. Здравствуйте. До свидания. Что туда застрял? Дилка, тварь, сзади подобралась. Блин, ничего не видать. Что, куда я стреляю, не понял. Вот у меня замучили, а. Вот еще и этот гад пришел. Пришел, блин, на шее, блин, жираф сраный. Да меня замучили, блин. Да что такое все зеленое? Оу, что это, карна? Еще карна вот не хватало, только начать-то. Да уж, всю толпу собрал, да. Буду его приглашать, блин, этого гада. Ну, карна, жопу отъедает. Ты отрубился? Давай я тебя сейчас тоже вырублю, будешь вместе загорать. О, давай, ложись. Бай-бай. Ты куда побежал, ты, гусь? О, что-то не понял. Загрузка чего-то. Ну, блин, ничего не видно. Ау. Улю. Здрасте. Рыбка. Блин, попал в диплодока. Так, ты меня жестишь, нафиг, ты мне не нужен вообще. На колбасу. Это вот уже на колбасу. О, куда улетел, офигеть, в лес. Блин, надо найти его. Как бы с него мясо должно получиться.
это, компики, мылки, они мне не нужны. Если заводить, надо большого обну. О, сколько мух, что, охренеть совсем, что только столько много. Кошмар, что это, блядь, сохранка. Я не понял, где диплодок? Он должен быть где-то здесь упасть, вроде как. Раптора вижу он. Вот он, гад. Сдох. Юлка куда-то идет. Ты идешь ко мне, нет, да? Да, нет, нет, да. О, все, загора. Стрелу отдай. Блин, что-то я так нифига не понял, куда диплодок уделся. Как бы он вроде сюда улетал. Чума чуть-чуть. А, о, не понял, а что он здесь валяется? Он же вроде туда падал. Ты что, понял? Я ничего не понял. Ну, обалдеть, блин. Вроде туда улетел, а здесь почему-то оказался. Ну да, игра интересная. Интересная, интересная. Да. Чё-то нет никого? Ты чё тут, у тебя пауза? Ты отдыхаешь? Всё, отдохнул? Молодец. Блин, что у меня сто пижары там такое? О, он уже приручился. То есть приручилась. Здрасте. Пропашка, блин. Так, эту ерунду надо убрать. Факел у меня есть. Исчезли. Ну и все, походу. Ну вот, теперь вы знаете, как добывать черный жемчуг, не плавая в океан. Да, с обычной речки. Ну все. Всем пока, удачи, всего вам хорошего. Что там, удачных выходных, учебы хорошей. И всем пока, до новых встреч.